Треба починається. Вітаю, шановні друзі. Я Пахомова Ірина Миколаївна, можна сказати, ідейний організатор цього нашого івенту. Ми зустрілися перший раз, але я сподіваюся, що це буде не останній. Пропонуються наукові семінари в режимі онлайн. І запрошуються на ці семінари люди, які безпосередньо мають відношення до кафедри фізики кристалів фізичного факультету Харківського національного університету імені Каразіна, яку створив геніальний вчений, популяризатор науки Яков Овсєєвич Гегузін. І ми пишаємося, що ми належимо до цієї спільноти і можемо так говорити, що ми гегузінці. Тож, яка мета такого вебінару? Поділитися власними науковими здобутками, результатами, можливо, знайти нові знайомства, можливо, створити новий проєкт. Для кого цей вебінар? Для випускників, для студентів кафедри фізики кристалів і для студентів фізичного факультету, для викладачів, для усіх, хто зацікавлений у фізиці. Ми перший наш вебінар ми запросили спікера Олександра Шкурманова, який є випускником кафедри фізики кристалів 2013 року, і декілька слів Олександр вже повідомить, чим він займається на початку своєї доповіді, то почнемо наш вебінар. Надається слово нашому випускнику Олександру Шкурманову. Будь ласка. Здравствуйте всім, мені дуже приятно оказаться в стенах родной альма-матер, даже в таком, пусть электронном, дистанционном формате. Тем не менее, я был очень рад откликнуться на предложение поучаствовать в этом семинаре, вебинаре. Большое спасибо Ирине Николаевне за организацию этого мероприятия. Я надеюсь, все видят сейчас мою презентацию? Да, да. Ага. Все, отлично, тогда я начинаю. Сегодня я хотел бы поговорить о наноструктурах, о их росте и применении. Я выбрал такую достаточно обширную тему для доклада, для того, чтобы поговорить более таким научно-популярным языком, рассказать какие-то базовые вещи, идеи, проекты, которые сейчас происходят в этом направлении, и, возможно, поделиться какими-то новостями, кого-то вдохновить и найти, может быть, какие-то новые идеи, предложения от слушателей, от зрителей, которые слушают и смотрят нас сейчас, либо присоединятся потом в записи. Меня зовут Александр Шкурманов. Я в данный момент работаю научным сотрудником в Гамбургском университете технологий. В 2010 году я, студент-третьекурсник, был распределен в Институт монокристаллов для того, чтобы делать свою научную работу. Я был распределен в лабораторию номер 12, которая занимается проблемами роста монокристаллов корунда, монокристаллов сапфира. И моя курсовая, бакалаврская, магистерская работа, они были посвящены проблемам роста больших монокристаллов сапфира методом Кирополоса. Те из вас, кто знаком с лабораторией номер 12, вы наверняка видели вот такую картинку. На ней скелет человека и обозначены места, которые могут быть заменены имплантами, изготовленными из сапфира. Такое важное значение имеет этот материал для медицины, для ортопедии. Те из вас, кто не знаком с лабораторией номер 12, вы в том числе сталкиваетесь с сапфирами ежедневно, если используете мониторы, дисплеи,
светодиодное различное устройство, везде используется сапфир. Что произошло? В 2011-2012 годах примерно произошел просто светодиодный взрыв в мировой массовой промышленности. Светодиоды стали доступны, их цена упала, и они стали проникать в такой массовый выпуск электронных изделий. В основе светодиодов лежит подложка, либо лежит подложка, изолятор, изготовленный из сапфира. В 2010-2012 годах как раз-таки технология производства сапфиров стала более совершенной, более доступной, и это позволило использовать сапфиры в нашей ежедневной деятельности. А в 2013 году я закончил кафедру физики кристаллов, закончил обучение на кафедре и поступил в аспирантуру в Лейпцигский университет, в группу физики полупроводников, для того, чтобы заниматься исследованиями роста нанопроволок оксида цинка. Мой проект был интегрирован в такой большой проект Пьезомат с целью создания сканера отпечатка пальцев, очень высокоточного, высокого разрешения сканера, в основе которого лежит вертикально ориентированный такой лес нанопроволок, кристаллических нанопроволок оксида цинка. Вот можно подумать, что наверняка есть такой вопрос. Вот с одной стороны большие монокристаллы сапфира, с другой стороны крохотные наноразмерные нанопроволоки оксида цинка. Что между ними общего? Какую общую нить можно провести? На самом деле ни сапфиры, ни оксид цинка, ни большие кристаллы, ни наноразмерные не играют никакой роли, если речь не идет о качестве. Качество кристалла, это самое важное, что промышленность, что технология требует от ученых при исследовании роста, при исследовании получения роста кристаллов, различных кристаллов, будь то наноразмерные кристаллы, либо большие кристаллы. Качество кристаллов, качество технологии получения кристаллов играет в дальнейшем значительную роль для их последующего применения в различных устройствах. О сапфирах больше ни слова. Об этом много могут сказать мои бывшие коллеги из лаборатории номер 12. Те, кто имеет контакты с ними, пожалуйста, обращайтесь к ним, они вас проинформируют. Я хочу поговорить об оксиде цинка, об этом материале и о наноструктурах на основе оксида цинка. Скажем откровенно, оксид цинка никогда, вернее, долгое время не интересовал человечество. Человечество всегда интересовалось в чистых металлах, получение чистых металлов из сплавов. Оксиды металлов – это был такой, скажем, прямо мусор, и никого оксиды не интересовали очень-очень долгое время. На этой картинке изображена старинная китайская гравюра, в ней рабочие шахтеры добывают оксид цинка, чтобы в дальнейшем смешать его с углем, нагреть до температуры выше 1000 градусов Цельсия и тем самым получить чистый металл. То есть оксид цинка – это было сырье, было достаточно неинтересный металл. И это все продолжалось вплоть до 19 века, когда массовый выпуск различной продукции привлек внимание к оксиду цинка, его стали использовать в качестве загустителя для производства строительных материалов, либо для различных кремов, при ожогах. Вот мы используем крем на основе оксида цинка, это такая технология, известная с 19 века, но не более. И вплоть до 1960-х годов оксид цинка вот применялся вот так вот достаточно ограниченно, и мало кто интересовался этим материалом. В 60-х годах 20 века произошла полупроводниковая революция. Человечество стало нуждаться в полупроводниках для различных электронных устройств, для создания транзисторов. И цинкоксид, как полупроводник, сыграл значительную роль в развитии полупроводниковой техники. Транзисторы на основе оксида цинка. На этой картинке приведена примерно схема
устройство с использованием оксида цинка, оно, конечно, существенно изменило качество получаемых устройств. Также оксид цинка как полупроводник может быть встроен в солнечные батареи для того, чтобы получать эффективные солнечные батареи. И это доказано, это производство есть. То есть с 60-х годов оксид цинка стал интересовать человечество как полупроводник. Что же вообще такое кристаллы оксида цинка? Этот материал, эти кристаллы имеют гексагональную симметрию. Это прозрачный материал с широкой запрещенной зоной в 3,37 электрон-вольт. Кристаллы растут в направлении С. Материал очень дешев, очень доступен и тугоплавок, что достаточно полезно для многих областей применения этого материала. Также у оксида цинка есть одно свойство, которое выгодно отличает его от многих других полупроводников. Это пьезоэлектрический кристалл. Это означает, что у него есть полярные фазы, которые также можно как-то применять. Что такое пьезоэлектрический эффект? Все с этим знакомы. В двух словах буквально напомню, если у нас есть кристалл, мы прикладываем к нему механическое напряжение, изменяется, сдвигается кристаллическая решетка, деформируется, и стороны кристалла начинают поляризоваться. Этот эффект был достаточно известен для оксида цинка, описан в многих литературах, но в многих литературных источниках, но никто этим не занимался всерьез, вплоть до 2006 года, когда профессор Жолин Ванг, американский профессор китайского происхождения, предложил очень простую идею. Взять деформированный нанокристалл, нанопроволоку оксида цинка и встроить ее в электрическую цепь. У нас получается наногенератор, генератор электрического тока. И эта простая идея, это простое устройство произвело настоящий взрыв в электротехнике, в создании различных устройств. Я приведу несколько примеров. Посмотрите, допустим, можно нанопроволоки оксида цинка создать такое устройство, которое можно вшить в перчатку. Человек шевелит пальцами, движет рукой, генерируется электрический ток, который можно использовать, например, для подпитки, для заряда электронных устройств. Можно создать стельку с прослойкой из нанопроволок оксида цинка. Человек движется, идет, бежит, прыгает, генерируется электрический ток. Можно также вшить нанопроволоки оксида цинка в текстиль, в производство тканей. Люди, которые занимаются активным спортом, также могут генерировать электрический ток, который можно использовать, например, для работы различных сенсоров, датчиков давления, кровяного давления, ритма сердца и так далее. Это уже реально существующие устройства, которые были созданы при помощи идеи Ванга об использовании пьезоэлектрических свойств нанопроволок оксида цинка. Где еще? Дорожное движение, машины движутся по улице, люди переходят дорогу по зебрам, можно положить пьезоэлектрические панели для генерации электрического тока и для работы уличного освещения, например. Поверхность воды, поверхность моря постоянно колеблется. Опять-таки, пьезоэлектрические наногенераторы на основе оксида цинка можно положить на поверхность, они будут генерировать электрический ток. Не будем забывать, что цинкоксид – это полупроводник. Он хорошо себя проявил в использовании солнечных батарей. Можно создать двухкомпонентные, двухфункциональные солнечные батареи. Солнце светит, генерирует электричество, дует ветер, давит на панель, генерируется электрический ток. Профессор Ванг на этой фотографии демонстрирует устройство, которое он собрал со своими студентами. Это вот такой вот коврик. Человек проходит по коврику, надавливает на нанопроволоке оксида цинка, зажигаются лампочки. Очень простое устройство, тем не менее, оно нашло свое применение. Мое собственное исследование, как я уже сказал, было встроено в проект Пизомат.
Нанопроволоки оксидоцинка способны детектировать, способны определять расположение пор на пальце человека. То есть современные датчики отпечатка пальцев, они способны видеть линии на нашей коже. Такой вот сенсор нового поколения, который мы создавали, он способен видеть поры. Это, конечно, новое, скажем так, слово в производстве идентификаторов различных для банка, для различных допуска и так далее. Очень высокоточный сенсор, который вот мы создали буквально 3-4 года тому назад, используя идею Ванга. Очень много устройств, очень много применений, они все затрагивают различные области науки и техники. Посмотрите, у нас есть оптоэлектроника, то есть использование оптических свойств, полупроводников и электрических свойств. Встраиваем это с пьезоэлектрическими свойствами, у нас возникает пьезотроника, полупроводниковые устройства с пьезоэлектрическими. Также можно смешивать. Идея Ванга, она смешала в себе различные отрасли науки и техники, которые позволяют не только создавать устройства, но и исследовать новые свойства материалов. Я также надеюсь, что кто-то из слушателей вдохновится этой идеей и будет работать и продолжать исследования в этом направлении. Количество публикаций, посвященных пьезотронике, пьезоэлектронике, на основе пьезоэлектрических свойств оксидоцинка, они, конечно, растут по экспоненте. И это настоящий бум среди исследований. Сам профессор Ванг, он приводит такую идею, такой образ. Вот в 1886 году Максвелл посадил дерево, используя идею, используя описание тока смещения. Его идея породила современную радиоэлектронику, фотонику, бесконтактную передачу данных и так далее и тому подобное. В 2006 году при использовании пьезоэлектрических свойств кристалла, встроенного в электрическую сеть, возникло новое поколение различных устройств, различных отраслей науки и техники. Это пьезоэлектрика, наногенераторы, трибоэлектронные наногенераторы и так далее и тому подобное. И это дерево, оно продолжает расти, год от года приносит плоды в виде либо новых устройств, либо новых публикаций, новых открытий, конференций. Это такой вот научно-технический прогресс на основе комбинации различных свойств оксида цинка и других материалов. Также не будем забывать, что у тонких нанопроволок влияние поверхности на свойства нанопроволоки намного выше, чем влияние объема на свойства нанопроволоки. Было доказано, что поверхность нанопроволоки проводит электрический ток различно в зависимости от нахождения в атмосфере тех или иных газов. Это позволяет создать газовый сенсор, который бы реагировал на нахождение в атмосфере даже нескольких молекул того или иного газа. Молекулы проникают в камеру, проникают в помещение, электрический ток меняется, мы можем детектировать эти молекулы. Это очень важно, особенно для какого-то токсического производства, где есть какие-то токсические газы, токсичные газы, и нужно их детектировать на ранних этапах. Ультратонкие нанопроволоки с диаметром порядка радиуса Бора, то есть где-то меньше 10 нанометров, могут быть использованы также для создания кубитов. Все вы знаете, что одна из главных технологических научных проблем 21 века – это, конечно же, создание, построение квантового компьютера. И в этом плане нанопроволоки оксидоцинка могут сыграть существенную роль для построения квантового компьютера, который бы работал при комнатных температурах.
Оксид цинка очень излюблен, такой любимый материал для исследователей, потому что он может расти и принимать различные формы. Посмотрите на этой фотографии, электронно-микроскопическом изображении, приведены различные нанопроволоки, нанопирамиды, призмы, нанопропеллеры, нанотрубки, кольца, спирали и все возможные пояса, как их называют, различные нанообъекты, изготовленные из оксида цинка. Это, конечно, радует исследователей, потому что в отличие от кремния, в отличие от германия, от более традиционных полупроводников, оксид цинка, конечно, можно при создании определенных условий можно растить и изготавливать различные нанокристаллические объекты. Я не буду затрагивать большинство из этих объектов, сконцентрируюсь на таком тривиальном объекте, как нанопроволока. Что такое нанопроволока? Это нанообъект, где диаметр значительно меньше длины. И диаметр постоянен вдоль длины этого нанообъекта. Вот такое каноническое описание нанопроволоки. И возникает вопрос, а как, собственно, получать эти нанопроволоки, как их растить в лаборатории либо в промышленности? Это, конечно, достаточно большой вопрос, потому что помнить, что цинкоксид все-таки тугоплавкий материал, он плавится при температуре 1960 градусов Цельсия, испаряется при температуре 2060, то есть достаточно небольшая разница между температурой плавления и температурой испарения. Поэтому нужно прибегать к каким-то технологическим приемом для того, чтобы растить его. И эти приемы достаточно известны, и поговорим о них на следующих слайдах. Грубо говоря, методы роста можно разделить на две большие подгруппы. Это химические методы роста и физические. При химических методах роста у нас есть два или более компонента, мы соединяем их вместе, происходит химическая реакция, и плодом этой химической реакции является в нашем случае нанопроволоки оксида цинка, которые осаждаются на какую-либо подложку. При физических методах у нас нет никаких дополнительной химической реакции. Мы из одного и того же компонента физическим преобразованием формы либо структуры получаем желаемый нами нанообъект, в данном случае нанопроволоки оксида цинка. Когда говорят химические методы получения нанопроволок, это зачастую химическое осаждение из газовой фазы, chemical vapor deposition. На этой картинке приведена примерная схема устройства. Это достаточно простое устройство на самом деле. У нас есть реакционная камера, куда закачиваются прекурсоры. Зачастую это органические соединения, содержащие цинк. Происходит химическая реакция под давлением, либо в вакууме. Затем соединение очищается, и мы получаем чистые нанопроволоки на какой-либо подложке. Какие плюсы и минусы этого метода? Плюсы – это то, что можно растить большие объемы нанопроволок на больших пространствах. Этот метод очень излюблен промышленностью, потому что можно поставить подложки 50 сантиметров, 30 сантиметров, вплоть до 1 метра в диаметре. Это все будет покрыто материалом. Очень легко обслуживать эту камеру роста. Это достаточно дешевый процесс. Нужно его производить при низких температурах, что также очень выгодно для создания каких-либо устройств. Однако при этом росте, так как у нас присутствуют в реакционной камере другие материалы, мы не можем гарантировать чистоту нанопроволок, мы не можем гарантировать чистоту материала. Другие материалы, которые используются в прекурсоре, они встраиваются в кристаллическую решетку оксида цинка и тем самым могут существенно изменить механические, оптические, электрические свойства нанопроволок. Также невозможно контролировать геометрию подобных нанообъектов. Это могут одновременно расти и нанопроволоки, и нанопирамиды, и какие-то нанокольца, наносоты, как их называют.
А также для этого процесса нужен очень высокий вакуум, что также достаточно проблематично бывает контролировать и гарантировать при процессах. Есть и другие методы, физические методы. Самый такой простой, банальный – это гидротермический метод. На кафедре физики кристаллов, я помню, есть лабораторный практикум при использовании гидротермического роста. Это достаточно простой метод. Есть раствор, куда погружается подложка, и на этой подложке начинают расти желаемые нанообъекты, нанопроволоки. И вот приведен пример нанопроволоки, которые были выращены гидротермическим методом для нашего проекта «Пьезомат». Вы видите, что уже к нанопроволокам подведены электрические контакты для того, чтобы считывать показатели при прикладывании механического напряжения к этим нанопроволокам. То есть достаточно такой простой метод. У него есть, как я сказал, очень много плюсов. То есть, опять-таки, можно растить достаточно большие можно погружать большие подложки и тем самым растить огромное количество нанопроволок. Очень легко управляться с этим процессом. Этот процесс очень дешев в обслуживании. Температуры также низкие могут быть. Очень легко контролировать. Однако, опять-таки, из-за того, что у нас есть раствор, у нас есть другие вещества в нашем растворе, контролировать чистоту материала все-таки достаточно сложно при таком методе. Термический рост. Немного другая идея. У нас есть чашечка, на которую погружают порошок углерода. Обычно это графит, который истерт в мелкую пыль, смешанную с порошком оксида цинка. Это все погружается в трубку. Трубка нагревается до высоких температур. Запускается аргон либо кислород. И происходит перенос материала от чашечки с материалом на подложку. Очень хороший метод, если мы хотим вырастить какие-то длинные нанопроволоки или даже нанопояса, вот, которые я показывал на предыдущих слайде. Очень хороший метод, однако у нас опять-таки используется еще одно вещество, это углерод. Поэтому очень сложно контролировать чистоту материала. Сложно также контролировать этот процесс, потому что все-таки у нас есть поток газа, который также может существенно влиять на процесс роста. Нужны очень высокие температуры. Температура испарения оксида цинка – это 2060 градусов Цельсия. Однако достаточно просто управляться с этим процессом, не нужны какие-то дополнительные технические приемы для того, чтобы получить нанопроволоки. Любимец многих исследователей – молекулярно-лучевая эпитаксия. Очень многие исследователи очень любят этот материал. Он достаточно сложен процесс, однако позволяет получать очень чистые приборы. Вот на этой фотографии изображена камера, типичная камера для молекулярно-лучевой эпитаксии. Выглядит как еж. Вот в этих трубках находятся различные материалы, которым направляется электрический поток электронов от филамента. Зачастую это проволока из вольфрама, которая накаляется и испускает электроны. Затем магнитами электроны направляются на источник. И источник испускает материал, который осаждается на подложке. Либо более современная вариация – это когда материал непосредственно нагревается при помощи прикладываемого электрического тока, электрического напряжения и испускает пучок вещества, которое осаждается на подложке. Плюсы этого метода – то, что можно очень быстро вырастить нанопроволоки либо какие-то другие нанообъекты. Процесс контролируемый, и что самое важное, наконец-то мы дошли до этого, контролируемая чистота нанопроволок.
Если мы растим не окситцин, как какие-то другие более сложные материалы, можно контролировать вплоть до частоты изотопов. То есть, если мы хотим получить определенные изотопы на нашей подложке, молекулярная лучевая эпитаксия – это самый лучший метод для получения таких структур. Однако, в то же время это устройство – это просто машина по уничтожению денег, потому что постоянно нужна высокая температура, он потребляет огромное количество электроэнергии. Очень сложно управляться с этой машиной. Постоянно нужен высокий вакуум. То есть очень-очень сложно оперировать, но в то же время легко можно проконтролировать процесс. Если наловчиться работать с этой установкой, то она отлично подходит для роста чистых материалов. Ну и, наконец, мой любимец – это устройство, метод, которым я занимался в своей аспирантуре, во время своей аспирантуры – импульсное лазерное осаждение, pulsed laser deposition. По сути дела, устройство очень похоже на молекулярно-лучевую эпитаксию. То есть у нас нет никакого катализатора, у нас нет никаких промежуточных этапов, у нас есть прямой перенос вещества от источника на подложку. Однако мы не используем в этом случае пучок электронов, мы используем лазерный удар. Лазер с энергией примерно 550-600 миллиджоулей ударяет о подложку. Материал вещества ионизируется, и при помощи газа, если нужно, либо в вакууме, происходит перенос от подложки на от источника на подложку. На этой картинке примерно виден процесс. Возникает плазма, перенос вещества. Здесь примерно находится наша подложка. Здесь находится источник. Происходит прямой перенос. Плюсы такие же, как и при MBE. Очень быстрый процесс, контролируемый процесс. Можно контролировать частоту нанопроволок. Достаточно легко с этим процессом управиться. В то же время камеры PLD, они достаточно маленькие, по крайней мере, на настоящий момент они достаточно небольшие по сравнению с другими методами. То есть у нас достаточно небольшая область, где нанопроволоки могут быть выращены. Если говорить о PLD, есть достаточно интересное исследование такое. Когда у нас достаточно высокий вакуум в камере, у нас растет, наши структуры растут послойно. Латерально, горизонтальный рост, слой за слоем, получаются вот такие вот структуры. Если мы увеличиваем давление в камере, то есть запускаем газ, зачастую это аргон, либо кислород, 1-2 миллибара, у нас начинают расти такие частицы, крохотные точки. Однако, если мы увеличим давление до 100-150 миллибар, у нас растут нанопроволоки. В чем здесь идея, что тут происходит? Это, конечно же, влияние механизма роста. Есть три механизма роста: Франк фон дер Мерве, Странский Крастанов, Ольмера Вебера. Это всем известно. И при этих различных механизмах роста наноструктуры растут по-разному. То есть, если у нас влияние свободной энергии осаждаемого вещества и свободной энергии интерфейса меньше, чем влияние свободной энергии поверхности подложки, у нас, как на предыдущем слайде, наш кристалл растет латерально в горизонтальном направлении. Если мы увеличиваем давление, то есть у нас влияние осаждаемой фазы становится больше, начинается одновременный рост в горизонтальном и вертикальном направлении, у нас меняется механизм роста. И если влияние поверхности незначительно по сравнению с влиянием осаждаемой фазы интерфейса, то у нас растет, у нас происходит желаемый рост нанопроволок механизма Фольмера-Вебера, то есть рост происходит в вертикальном направлении. В камере PLD мы можем разделить
влияние тех или иных параметров на различную свободную энергию, то есть свободная энергия, осаждаемая фаза, она контролируется энергией лазера. Мы можем изменять, зачастую это 500, от 500 до 600 миллиджоулей. Частота лазерных ударов также влияет на механизм роста, количество лазерных ударов, давление внутри камеры, состав газа и состав нашей подложки. То есть если мы в состав газа вместо аргона начинаем добавлять кислород, у нас изменяется механизм роста, и свободная энергия осаждаемой фазы уменьшается. Было такое замечено и описано в литературе. Температура подложки влияет на свободную энергию интерфейса. То есть, изменяя температуру, мы можем изменять механизм роста. Поверхностные характеристики, кристаллические характеристики подложки оказывают влияние на свободную энергию поверхности, и тем самым также могут изменяться механизмы роста. Я приведу примеры роста, который был осуществлен при различных температурах от 400 до 950 градусов Цельсия. При подложке, подложка у нас была оксицинка, монокристаллический оксицинка, в который добавляли определенное количество ионов галлия. Это было либо от 1 весового процента до 15 весовых процентов. И можно увидеть, что механизм роста был достаточно различен. Либо у нас растут нанопроволоки с низкой плотностью, либо у нас растут какие-то даже нанопирамиды, мы способны вырастить нанопроволоки, достаточно широкие, тонкие нанопроволоки, либо у нас нет роста совершенно, либо у нас растут какие-то наносоты. То есть механизм роста контролируется как температурой, то есть это свободная энергия интерфейса, так и поверхностными характеристиками подложки. Применение ионов... Извините, Саш, чтобы понимать. Вот условия всегда воспроизводятся. То есть да. Вот в такой температуре, при таком составе получается именно вот такая структура всегда, да? Да, да. Это все воспроизводимо. Эти условия воспроизводимы. При росте, который вот показан на этих картинках, лазерные параметры, параметры давления, параметры внешней среды, они были всегда постоянны, поэтому они здесь не учитаны, но показаны изменения интерфейса, изменения поверхности. Что из этого всего важно? Мы видим различные результаты роста, что из этого важно. Мы должны всегда помнить, что нас всегда интересует качество кристалла, качество технологии и дальнейшее применение наших нанопроволок. Есть исследование, которое говорит, что если мы хотим создать электронное устройство, то температура не должна превышать 550 градусов Цельсия. Это будет CMOS-структура. То есть мы можем создать транзисторы, мы можем создать какое-то другое электронное устройство. Поэтому мы можем провести красную черту, и нас интересует для дальнейшего применения, для дальнейшего исследования только нанопроволоки, только результаты, полученные при температуре 400 градусов Цельсия. Однако мы видим, что при температуре 400 градусов Цельсия происходит достаточно... скажем так, неоднородный рост. Мы видим, что есть нанопроволоки, выращенные на подложке с 1% галлия, однако при других условиях у нас нет роста нанопроволок. Смотрим внимательно этот результат. 1%, 1 весовой процент галлия в подложке, 400 градусов Цельсия. Нанопроволоки растут с диаметром 7 нанометров. При температуре 400 градусов Цельсия. Как я сказал ранее, ультратонкие нанопроволоки с диаметром меньше 10 нанометров могут быть интересны для создания кубитов. То есть вот этот результат, он достаточно таки многообещающий для
последующего его применения, для последующего применения этих нанопроволок при создании кубитов. Почему этот рост происходит, собственно говоря? У нас достаточно холодная подложка, и происходит, почему-то происходит рост. У нас есть Максвелл, распределение Максвелла-Больцмана. Большинство осаждаемых частиц, они замерзают, для них 400 градусов достаточно холодно. И эти замерзшие, условно говоря, частицы, они формируют кристаллические зародыши для последующего роста ультратонких нанопроволок. Однако у нас есть небольшое количество частиц с высокой энергией, для которых 400 градусов не помеха, они могут продолжать двигаться по поверхности, формировать кристаллические структуры. И вот эти вот меньшинство высокоэнергетических частиц вовлечено в создание ультратонких нанопроволок. Можно еще много говорить на эту тему, и не одна книга была написана по нанопроволокам и по оксиду цинка, однако не хочется сильно углубляться, хочется как-то сохранить какой-то такой более научно-популярный общий формат нашей беседы, нашего семинара. Поэтому я буду постепенно заканчивать, однако хотелось бы для аудитории, особенно для тех, кто посмотрит нас в записи, оставить вопросы для размышления. Сразу признаюсь, сразу укажу, что правильного ответа здесь нет. Это вопросы, которые будоражат умы, которые ставят замешательство ученых, и идут научные споры. Предлагаю всем в этих спорах поучаствовать, выразить свое мнение. Так как я сказал ранее, есть главная цель создания квантового компьютера. Что для этого нужно? Конечно, хорошо бы иметь много контролируемых кубитов, много кубитов, которые мы точно знаем, что, какие вычисления происходят. Однако эта цель, она недостигаема, по крайней мере, на сегодняшний момент. И существуют две различных точки зрения, как нам собрать наш квантовый компьютер. Это создать много неконтролируемых кубитов и называть это квантовым компьютером, либо создать мало, но контролируемых кубитов. Также есть различные взгляды на создание квантового компьютера, либо нам нужно использовать сверхпроводящие кубиты при низких температурах, либо все-таки остаться при комнатных температурах, но использовать полупроводящие кубиты. Ну и, наконец, вопрос для тех, кто занимается ростом кристалла. Всегда возникает дилемма, какой метод роста наиболее оптимален, PLD, MBE, либо химическое осаждение из газовой фазы. Предлагаю подумать, какие материалы, какие наноструктуры мы хотели бы растить и какие методы, механизмы роста, вернее, технологии были бы наиболее приемлемы. Ну и также рекомендую посмотреть на YouTube по теме наногенераторы, пьезотроника и трибоэлектроника. Те темы, которые исследуются профессором Вангом, которые он зародил эту общество исследователей, которые продолжают исследовать и создавать разные устройства. Посмотрите, все это создано и действует благодаря различным свойствам наноразмерных кристаллов. Всегда мне можно написать, я всегда буду рад откликнуться на сообщения, на какие-то предложения, замечания, комментарии, вопросы. Здесь приведены мои контакты. Ну и заканчивая свою презентацию, хотел бы поблагодарить всех за внимание и за приглашение поучаствовать в сегодняшнем семинаре. Большое спасибо. Не слышно, включите микрофоны. Вибачаюсь, спасибо, дякуємо. Дуже цікавий формат, науково-популярний. Ми вдячні тому, що ця інформація може бути корисною і цікавою не тільки науковцям, а й початківцям, які тільки бажають стати науковцями. Тож, які питання у нашій аудиторії?
там питань дуже багато на самом деле. Ну, просто я так думаю, что мы уже и так много времени заняли, поэтому я только некоторые задам вопросы. Может быть, я надеюсь, будут еще семинары, и будем мы это все это развивать. Саш, вот вы показали минимальный размер 7 нанометров. Да? Это минимальный, который получен? Да. А какая максимальная длина? Максимальная длина при 7 нанометрах 150. 170, где-то вот в таком. Нанометров, да? Угу. Ага. Хорошо. А как вы выделяете одну проволочку из того вот массива? Отдельные проволочки, как можно выделить? Опять-таки... Вот вы получили на подложке массу торчащих вот этих вот малюсеньких иголочек. Вот, а мне нужно 2-3, там, как я должна их выбрать, и где гарантия, что они все одинакового диаметра? Электронная микроскопия. Все делается в электронной микроскопии. Есть какие-то специальные держатели, да? Манипулятор. Он подводится определенным, допустим, интересные вот 2-3 нанопроволоки, мы их цепляем на манипулятор и относим относится какую-то дополнительную подложку, где мы хотим дальше. Саша, еще вопрос. А что собой представляет поверхность такой нанопроволоки? Она же не может быть просто гладкой. Наверное, там какие-то ступеньки, какие-то дефекты. Что там, вот 7 нанометров поверхность, или она имеет какую-то кристаллическую форму, какие-то грани там, может быть, есть. Вот это как-то исследовано? Выглядит гладко, на самом деле, это гексагональная структура. Гексагональная структура получается гладкой совершенно, да? Да, просто возможность электронной микроскопии, опять-таки, все картинки, которые были приведены, это электронный микроскоп. Микроскопия, к сожалению, у него есть свои, гладкая структура, да? Свои есть минусы. Однако, если посмотреть, допустим, на ТЭМе, то есть на просвечивающем электронном микроскопе, можно увидеть вот именно гексагональный шестиугольник, который видно. Шестиугольник гексагональный. Да. То есть гладкие грани. Грани, это ограненная как бы такая структура. Да, да. Конечно, есть разные методы роста вот при химическом осаждении. Вот опять-таки можно видеть ступеньки. То есть это даже не нанопроволока, а скорее такая как бы пирамида выстраивается. Можно видеть вот несколькие ступени, которые вот сужаются к вершине. Химическое осаждение мне вообще показалось несовершенным по сравнению с физическим. Ну ладно, это мы не будем вот в такие дискуссии подать. А еще такой вопрос просто для слабо знающих. А что, оксид цинка в природе в чистом виде не встречается? Встречается. Вот опять-таки его использовали, ну и используют в настоящий момент для получения цинка, для производства цинка. Однако он встречается в поликристаллическом виде, то есть это либо какие-то такие агломераты большие, которые нужно как-то в дальнейшем перерабатывать для получения кристаллических структур. Чистый монокристалл оксида цинка в природе, по крайней мере, насколько я знаю, редкость. Да. Ну и последний вопрос, Саша. Вот эти вот ваши нанокристаллы, их можно назвать идеальными по структуре внутри? Там внутри есть дефекты? Дислокация, например, одна? Нет, в этом и большой плюс этих наноструктур, то, что в них нету дислокации. Опоры какие-нибудь? Опять-таки, если у нас... Для этой цели нам нужны... методы, которые позволяли бы контролировать частоту. Если у нас есть какие-то вкрапления дополнительного материала, то, конечно, возникают поры, возникают какие-то дефекты. Однако, если вот у нас используется MBE, молекулярно-лучевая эпитаксия, либо PLD, то мы можем гарантировать, что дефектов, по крайней мере, дислокаций, пор там нет. И ваша цель – получить именно вот такой бездефектный, идеальный. Дефекты существенно играют роль в оптических и в... Ну, с вопросами все, у меня потом будет еще комментарий, если это... У меня маленький вопрос. Вот подложку вы, получается, брали галлий, чтобы построить потом осаждение. А с каких соображений вы использовали вот галлий? Это как-то связано с выбором? Это,
опять-таки была связана с проектом Пьезомат. Было проведено исследование для того, чтобы лучше считывать изменения электрического тока при нажатии, при деформации, при деформации нашей нанопроволоки. Да. И было, галлий мягкий, да? Галлий мягкий. Угу. Что галлий... мы использовали различные металлы, различные вкрапления, но вот галлий наиболее хорошо себя показал, то есть проводимость наиболее наибольшая получается при наличии. Спасибо. Так, еще пытаюсь. Так, еще вопросы, я тогда беру на себя роль ведущего. Есть еще у нас вопросы? Наш студент единственный, Дима Черкашин, у него отключен микрофон. Я пока, честно говоря, даже не знаю, о чем спросить. Просто настолько интересно было, что... Интересно, ну вот это приятно слышать. Это приятно слышать, Дима. Дима, есть на кого равняться. Нам прокомментировать тогда, если вопросов нет, как-то я могу? Да, будь ласка, конечно. Ну, во-первых, я просто очень-очень довольна этим докладом. Было настолько интересно. Вот, казалось бы, какие-то отрывочные сведения у меня были, но вот Саша так все подготовил, так все продумал, вот эту вот ниточку рассказа от начала и вот до... получение уже самих нанокристаллов, все разные варианты нам показал возможности разных методов. И это было просто очень интересно слушать, просто даже жалко было прерваться хотя бы на секунду, потому что все было интересно, все. И Саша так четко и так все это излагает, и доступно, понятно, что, ну, мне кажется, Саша был бы прекрасным лектором вообще, Саша. Значит, вы подумайте над тем, чтобы вам как-то еще и заняться преподавательской деятельностью. Ну, вы настолько, ну, просто я в восхищении. Вы настолько разносторонний и грамотный, и, в общем-то, умеющий показать и подать информацию человек, что это достаточно редко, вот, такое вот совмещение. Поэтому мы хотим пожелать вам только-только успехов. И пробуйте себя в разных видах деятельности. Вот потому что может быть даже вот деятельность как лектора или как популяризатора науки, хотя это все это можно совмещать, была бы для вас более даже такой, не для вас, а для нас, для слушателей, для вот публики, которые интересуются физикой, интересуются там новыми достижениями, это было бы очень-очень интересно и существенно, потому что далеко не все, многие могут делать, но не могут показать и рассказать. А вы такой человек, который можете и заниматься наукой, получать научные результаты, а потом их так подносить, что это приятно слушать, и это хочется слушать, что очень важно. Спасибо большое. Да. Я еще, это уже так для того, чтобы мы немножко отвлеклись от чистой науки, я написала тут небольшой стишок для Саши. Если, Ирина Николаевна, мы можем это зачитать? Да, конечно. Вот, значит, не зная темы толком, но тем не менее получилось, я очень угадала. Значит, я написала так. Нанокристаллы в восторге сверкают. Саша Шкурманов их изучает. Что надо сделать, на что повлиять? И научиться кристаллы создать, чтобы их структура была уникальной, свойства полезными были реальными, точными были размеры и форма, примеси столько, как надо по норме. Нанокристаллы растут, разрастаются, их растит Саша, и все получается. Спасибо большое. А, это еще не все, Саша. Саша... Саше теперь жена помогает. Вдвое быстрее кристалл вырастает. Надо понравиться Саше с женой, так что ответственность стала двойной. Нам же приятно, что кафедру нашу немцам представил именно Саша. Пусть же успешными будут и Саша, его результаты, и кафедра наша. Личного счастья мы тоже желаем.
в гости мы Сашу с женой приглашаем. Спасибо большое. Вот теперь уже конец. Саш, мы действительно очень-очень рады. Рады, что вот вы у нас такой был выпускник, что вы с нами поддерживаете связи, контакты. Мы с удовольствием следим за вашим развитием и вашим продвижением. И желаем вам всего-всего-всего самого-самого успешного и самого хорошего. И, конечно же, поздравляем с таким важным событием в вашей жизни. Мы надеемся, что у вас будет счастливая, дружная семья. Вот. И научная работа от этого только выиграет. А кто по специальности ваша жена? Последний вопрос, и я уже... Она математик. О, это же прекрасно, это же прекрасное совмещение. То есть она поможет вам еще и рассчитывать какие-то, проводить оценки, расчеты и так далее. Да. Ну, в общем, у меня все тогда. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, мы это стихотворение опубликуем тоже на нашей страничке, поделимся в кураторских часах. Кураторских часах. Так. Дякую всім за нашу зустріч, за доповідь. Було дуже цікаво. І я сподіваюся, що ми побачимо ще питання і роздуми на поставлені ідеї, теми, які були запропоновані Олександром Шкурмановим. Тож на сьогодні наша зустріч набігає кінця. До нових зустрічей. Гарного дня. Бережіть себе і родину. Тримаємося. Тримаємося всі. І зустрічаємося. Хоча б отак віртуально. Це дуже-дуже приємно. Так. Приємно, полезно, інтересно. І, в общем, просто удовлетворення повне вот от этой встречи, от этого семінару. Звісно, дуже жаль, що мало народу присутствовало. Я навіть думаю, може бути, якщо Саша не возражає, а Ірина Николаївна подумає,